Здравствуйте! Сегодня мы с вами встречаемся на огороде, поговорим об ограждении растений. Ну, начнем с самого простого, значит, с малины. Вот у нас малина. Значит, сначала посадили один кустик, потом, значит, решили, значит, сделать ряды кустов. И ограждение сделали следующим образом. Вот установили, значит, металлические трубки вдоль малины. Протянули проволоку, ну и это достаточно. Я считаю, что это приемлемо, хорошо. Здесь получается проходы, можно ходить обслуживать, значит, полоть, можно собирать урожай. Малина неплохая, ограждение более-менее нормальное. Единственное, что, может быть, покрасить надо. Ну, кое-где вот на верхних ярусах не натянута еще проволока, или там веревку можно натянуть. Вот такого вида ограждения. Ну, посмотрим дальше. Еще несколько видов ограждений. А после этого попробуем своими руками изготовить одно-два ограждения. Вот начали делать ограждения для крыжовника, делали квадраты, значит, подвязывали, устанавливали. Я считаю, что это неудачное ограждение. Во-первых, видите, заграждение, куст, ну, урожай, правда, собрали уже, но неудачно. Будем делать окружности будут лучше. Ну, дальше. Вот такого же вида, видите, куст большой, но первоначально здесь еще мы подвязывали, сейчас уже, значит, подвязку убрали, но это ограждение менять будем, не пойдет такое ограждение. Считаю, что неправильно. Вот ограждение не только кустарника, но вот ограждение, значит, для цветов. Вот это уже получше. Видите, окружность, здесь ограждение с разрывом сделано, здесь вот проволокой мы завязали, можно увеличить его, можно уменьшить. Вот это уже лучше, главное, что просто очень делать, но получше будет. Пойдем дальше. Данное ограждение вот сделано, видите, из трубочки пластмассовой. И здесь вот ножка закреплена саморезами. Саморез с одной стороны, с другой стороны. Но здесь для изготовления данного ограждения практически нет необходимости использовать сверхсовременную технику. Здесь просто отверточкой и ножовочкой пилишь. Отверточки, косыночку укрепляешь. Ну, неплохое ограждение. Но если покупать трубки, маленько дороговато получается. На первом этапе мы ставили ограждение, вот палочки устанавливали. Но сразу скажу, что деревянные палочки для ограждения не пойдут, потому что быстро портится, гниет плохо. Вот, возможно, пластик, металлические пруточки. Очень просто воткнули веревочки, затянули, и цветочки будут лучше себя чувствовать, им полегче будет. И видите, такая красота, вот одна, вот другое ограждение, очень замечательно, и глаз радует, и душу радует. Такое ограждение тоже можно делать. Вот ограждение начинаем делать, значит, с металлического прутка. Вот дуга была, значит, применялась такой на маленькой теплице, сейчас она не нужна нам уже. Значит, пруток где-то 8 миллиметров. Значит, для начала, значит, нам нужно сделать окружность. Ну, вот взяли гаечный ключ рожковый, и вот при помощи рожкового ключа делаем окружность. Особенность, значит, при данной работе заключается в следующем, то что нет необходимости строго выполнять окружность. После этого можно ее подровнять как в одну сторону, так и в другую. Вот, значит, вот практически готово. Значит, соответственно, значит, величина окружности определяется, значит, на какой куст это будет устанавливаться. Ну, можно побольше вот сделать, видите, легко так можно сделать. Можно побольше, можно поменьше.
Вот, выбрали. Первоначально я все, значит, вот эти ограждения концы заваривал. Потом пришел к выводу, что можно и не заваривать. Можно просто так вот окружно здесь под проволокой соединить. Тоже будет нормально. Если, допустим, где-то неровно, вот так вот взяли просто, да? И так вот, раз, вот, уже ровнее. Самое главное, что очень быстро. Ну, вот тут практически уже все готово. Здесь можно, значит, болгарочкой отпилить. Но это мы дальше. Вот, значит, это готово. Ой. И надо еще три ножки. Ну, если это мы окружность в эту сторону загибали, а здесь вот надо немножко выровнять. Видите, таким же образом она все выравнивается. Легко. Хорошо. Потом можно молоточки молотить. Подстучать. Вот. Три ножки. Из опыта скажу, что величина ножки слишком большую делать не надо. Это в районе 45 сантиметров. 45 сантиметров достаточно. Вот. Значит, все готово. Значит, после этого что делаем? Значит, делаем замеры и начинаем работать болгаркой. Как я говорил ранее, болгаркой можно работать, маленькой болгаркой можно работать и одной рукой. Значит, что делаем? Берем болгарочку и что делаем? Отпиливаем. Сразу напилим три ножки. Напилим. Две. И вот это три. На изготовление одного ограждения уйдет, ну, минут 10, наверное. Можно обломить. Так. А вот еще даже осталось. Так, это готово. После этого, значит, ножки надо что? Приварить. Это уже нам не понадобится. Можно что? Закрепить его сюда. Песочки. Берем, включаем аппарат. То, что он пластичный, и всегда его можно выровнять. Если где-то допустили ошибочку, можно его поправить. Так, вот теперь ножки приварим. Приварим ножки. Хватим сначала. Это тоже делается примерно на глаз. Вот это остальное получится. Так. Так, о, последняя ножка явно не равнялась. Thank you.
Значит, вот ограждение уже практически готово. Осталось, что мрейка остынет. Остынет. Значит, и можно покрасить, можно так. Пожалуйста, устанавливаем и пользуемся. Значит, сейчас мы попробуем изготовить ограждение из другого материала. Приступим, значит, делать ограждение из другого материала. Вот пластик. Арматура приобреталась для бетонирования, остался этот большой кусок. Вот для этой цели используем. Чем она хороша? Ну, во-первых, значит, долговечная. Значит, второе, то, что легка в работе, очень легко с ней работать. И главное, что для этого ничего нет, ничего лишнего не надо. Вот болгарочки сейчас вот напилим ножки, три штуки. Ну вот, где-то в районе полуметра. Значит, вот три ножки напилили. Значит, после этого, значит, нам необходимо, значит, определиться с диаметром окружности. Ну, где-то вот это, наверное, пойдет. Вот такой диаметр и будет. Значит, соответственно, здесь что? Еще раз отпилим. Не надо уже молотка. Не надо вдуть. Значит, после этого что? Вот диаметр окружности есть. Можно в руках это делать. В руках. Но лучше все же зажать в тиски. Вот. Зажали в тисочки. Нормально. Значит, теперь надо эту окружность закрепить. Каким образом мы делаем? Мы, значит, используем старый дедовский метод. Значит, как говорится, завязываем проволокой. Я уже показывал. Ну вот еще раз повторимся. Значит, делаем вот такую небольшую петлю. Вот, раз, два. Петлю сделали. И начинаем стягивать. Вот, значит, изготовили для этой цели крутилочка вот такая. Потом поближе покажу. Вот. Можно и хомутик какой-то поставить. Вот. Здесь главное не перекрутить. Так. И обрезаем. Так, ну, в двух-трех местах смысл есть затянуть. И еще здесь сейчас закручу. Так, закрутили. И здесь еще закрутим. Можно вместо крутилки использовать вороток. Любой металлический предмет. Так. Вот. Обрезаем. Ну вот видите, практически, значит, окружность сохранена. Значит, вот эти части можно лишнее обрезать. Окружность готова. Значит, теперь надо приладить к ней ножки. Значит, можно каким образом? Можно, значит, ножки делать из металлической трубки. В трубке, значит, просверлили отверстие. После этого, значит, этот круг вставим туда. А можно из этого же сделать. Вот мы в данном случае из этого материала же и делаем. Тоже закрепляем для удобства просто. Для удобства. И таким же образом, значит, прикручиваем.
Здесь маленько наклёв сделаем побольше. Это сантиметра два. Можно три сделать. Лишнее потом уберется. Так, сразу не садим. В данной работе надо иметь мягкую вязальную проволоку. Вот. Чуть подтянули, хватит. Для уверенности в двух местах. В одном месте получается, но двумя хомутами закрутим. А с этой стороны, ну и накрест еще. С этой стороны. Так, можно побольше. Накрест. Вот сейчас попробуем использовать вороток. Видите, то крутилка я крутил. А теперь воротком. Воротком тоже хорошо. Раз. Может даже и лучше. Вот. Все. Значит, готово. Все готово. Раз. Два. Это можно потом молоточком застучать. Колотишки. Таким образом, где-то в этом районе еще одна будет. Петухи помогают нам работать сегодня. Лишнее. Надо убирать. Ну и вот. Завершающая стадия. Вообще последняя ножка. Ножка. Устанавливаем сюда, где-то вот в этом районе. Так. Закрепили. Есть смысл, наверное, посмотреть поближе. Поближе. Если кто никогда просто с проволокой не имел дела, то посмотрит, как это делается. Давай сюда поближе подойди. Вот сюда подойди. Так вот, последний. Thank you.
вот ограждение готово. Но оно такое, будем сказать, такое нежное. Лучше, конечно, его использовать для каких-то цветов. Вот цветы, если кусты, может быть, слабовато будет, а для цветов будет очень хорошо. Так. Как вариант ограждения можно сделать вот из пластиковой трубочки. Значит, мы уже показывали, значит, на косиночках, на саморезах. Можно сделать по-другому, можно, значит, на болты поставить, можно на проволоку завязать. Ну вот в данном случае мы попробуем, значит, поставить на саморезы, но немножко другого вида. Так, ну для начала что? Здесь уже окружность готовая, мы просто обрежем ее. Вот, вот окружность готовая. Надо еще, значит, вырезать нам три ножки. Где-то вот сантиметров, вот, где-то вот так вот, 55 сантиметров достаточно. Сейчас сначала нарежем, а потом будем выравнивать. Материал легко обрабатывается. Легко резать болгаркой, можно резать ножовку по металлу. Еще одну ножку сделаем. Вот. Первоначально, значит, я ограждение ножки делал с фиксацией, но потом отказался. Без фиксации углублять ее. Вот сейчас выровняем немножко ее. Я уже говорил, что материал легко обрабатывается. Вот в данном случае тоже выравнивается очень легко. Можно так. Да, я думаю, так тоже очень пойдет. Вот, видите, очень хорошо. Легко выравнивается. Вот. Даже лучше, чем включен. Руками просто. Вот одна ножка готова. Легко выравнивается. Ну, материал полдюймовая трубочка получила, какая есть. Это приобретали в магазине, самая дешевая, наверное, трубка. Еще можно подровнять, можно трубочку использовать. Пойдет. Здесь тоже. Вот так вот. Так. Готово. Сейчас мы попробуем закрепить. Закрепили, берем саморезы и саморезами начинаем крутить. Так, вот здесь есть. Так. Посмотрим, что-то придется, наверное, сверлить. Попробуем так. Идет нормально. О, достаточно крепко. Так, и здесь два штучки поставим. Два штучки.
два, значит, сквозные отверстия. Очень такая прочная конструкция получилась. Значит, что делаем? Так, окружность готова. Ну, жесткая, хорошо получилось. Так, значит, сейчас таким же образом будем что устанавливать ножки. Устанавливаем ножки. Так. Можно сначала, наверное, просто так закрутить. Оживить, так говорится. Завершение данной конструкции для улучшения прочности и безопасности при работе, конечки остались от шурупов, заматываем простой, значит, изолентой. Вот. Заматываем крест-накрест. Она будет прочнее и в то же время безопаснее. И это вот эту конструкцию целесообразно, конечно, поставить под цветы. Она получается покрасивее. Слишком много тоже не надо. Но вот так вот. Раз. И здесь и окружность. Тоже вот соединение самого и окружности. Тоже есть смысл замотать изолентой. Чтобы она не кололась. Вот так вот. Как я уже и говорил, вместо саморезов можно поставить, значит, или винты, можно шпильки, очень дешево продаются, на 4, на 5 шпилечку взяли, на болтик, на гаечку, и тоже будет хорошо. Вот так. Ну и вот последнее. Так. Последнее.
Вот и конструкция готовая. Ну, если посмотреть, здесь вот одна ножка получилась немножко подлиннее. Но это ничего страшного, когда будем устанавливать, в землю можно выровнять. Вот, пожалуй, все. Своими руками. До новых встреч. Делаем, усовершенствуем, делимся опытом. До свидания.